Девушка, вас подвезти? Я ведь искренне, не подумайте ничего дурного. Садитесь. Я ведь не отстану. Не отказывайтесь. Вижу, что торопитесь. Ну, хорошо. Довезите до аэровокзала. С удовольствием. Прошу. Куда летим? Как Чита. Надолго? Пока на 2 года. А там посмотрим. За что высылают? За то, что техникум кончила. Разве можно такую красивую девушку отпускать из Алматы? Ну, там тоже нужно работать. Вы серьезно? А как вас зовут? Дарья. Спасибо. Ты что? Что ты мне продала? Это же не фирма. Я тебе продала то, что надо. Это не те джинсы, это самосток. А, Алик. Привет, Алик. Ты не меня ждешь? Не. А то поехали к Миронычу. У него сегодня собирается клевая компания. Слушай, исчезни, а? Что? Да-да. Грубиян. Опять вы? Да, и жду вас.
Садитесь. Нет, нет, спасибо. Садитесь, садитесь, отвезу вас домой. Мне так неудобно. Да что, билет неудобного? Я уже купила, торопиться некуда, так что я могу и на автобусе доехать. Считайте, что вы едете в автобусе, а я по пути могу объявлять остановки. Поехали. Приведите последствия Новоралова. Есть. Вы пока свободны. Есть. Садитесь. Как себя чувствуете? Закурить бы. Я уже сутки почти здесь у вас. За что? Позвольте узнать. Но позвонить хотя бы можно? Нет. Скажите, за что меня задержали? Вы подозреваетесь в совершении преступления по статье 88 Уголовного кодекса Казахской ССР. Послушайте, я же не рецидивист. И все эти ваши цифры мне ни о чем не говорят. Гражданка Каратаева Дарья Сабитовна сегодня утром, не приходя в сознание, скончалась в больнице. Дарья? Нет. Нет. Таким образом, вы подозреваетесь в совершении убийства, гражданин Оралов? Нет. Не может быть. Дарья. Садитесь, Калдияров. Ответьте, в каких отношениях вы были с Ораловым? Оралов? В каких? Да ни в каких. Оралов мне не начальник. Какие у нас не могут быть дела? Ой. С младшим. С Аликом. Не знаю я младшего. Не знаю. Значит, не знаете. Здесь работает? Попробуйте. Ну что, подрабатываешь? Да, понемногу. Держи. Счет долго. 30 пар берешь? Беру, беру. Ну, тогда быстрее, быстрее. Если хочешь быстрее расплатиться, сделай такой штамп. Найдешь меня.
А каким образом Дарья Каратаева осталась в Алма-Ате? Она же была распределена в Кокчетав. Я попросил отца. Он работает в министерстве. Ну и помог. Она об этом ничего не знала. Ну, с этим ясно. Да? Алло, товарищ Язов? Нет, Повалихин. И вы тоже занимаетесь делом Орлова? А кто говорит? Это говорит отец Алика. Ну, продолжайте, продолжайте. Я прошу учесть все обстоятельства дела. Поверьте, мой сын это не следствие мог... покажет. И простите, до свидания. Кто? А, будем слушать дальше. Итак, вы утверждаете, что Дарье ничего не было известно о ваших отношениях с Калдияровым? Ничего. А ее сотрудницу, Зинаиду Матвеевну, вы знаете? Что их связывало? Мальчик, где дом 5? Где зеленая калитка? Зинаида Матвеевна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я следователь прокуратуры Ниязов. Да. Проходите. Спасибо. Зинаида Матвеевна, я бы хотел поговорить с вами о Дарье Сабитовне Каратаевой. О Дашеньке? Что ж теперь о ней говорить. Недостатки упущения? Нет, Михаил Степанович, это не недостатки. Это недостача. И я не желаю на старости лет участвовать в темных делах. Я хочу спокойно уйти на пенсию. Зинаида Матвеевна, голубушка, ну о чем вы говорите? О чем? Какие темные дела? Какую недостачу вы нашли? Да не надо, не надо, Михаил Степанович, не надо! Я не девочка. Ну, что ж. Воля ваша. На пенсию, так на пенсию. Смотрите сами. Я во всяком случае вас не принуждаю. Отделаться хотите? Не выйдет у вас. Да. Можно? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Степанович? Он самый. Я к вам. А, так это о вас мне звонили сегодня. Обо мне? Да-да, но это не важно. Зинаида Матвеевна, вот вам помощница. Прошу любить и жаловать. Дарья Сабитовна Каратаева. Пожалуйста, введите ее в курс будущей работы. А, кстати, как у вас, скажите... Где вы устроились? Пока в общежитии техникума осталось, но надо искать квартиру. Не замужем? Ну, ничего, еще. Ничего. Что-нибудь придумаем. Нет. Пошли. Пошли, пошли. Так не замужем? Нет.
Ну вот вечером посмотришь мой домик. Тебя Тимофеевич искал. Если понравится, живи у меня. Спасибо. А он развесил уши и поверил. Проходи, проходи, Дашенька. Здравствуйте. Садись. Здравствуйте. Вот, Дашенька, запомни этого типа. Самый недисциплинированный. Завскладом. Ну-ну, поехали. Ну, бахай. Никогда вовремя отчеты не сдает. Ну-ка, дай твой отчет. Сюда, пожалуйста. Зинаида Матвеевна. Похоже, девушка будет работать у нас. Да, будет работать. Новый бухгалтер. Меня зовут Бахыт. Бах. Дарья. Очень приятно. Слушай, Бах, откуда у тебя итоговое количество? Так это, Зинаида Матвеевна, это же остаток за прошлый месяц. Что за ерунда? Ну, почему ерунда? Вот вы, девушка, проверьте. Остаток? Ведь только что у главного бухгалтера все выяснили. Нет. И вот опять, пожалуйста. Дай-ка сюда. Успеешь еще? Не очень-то суетись, они и не таким очки втирали. Все копаешь? Копай, копай. Алло, да, я. Выполнение плана? В целом 105%. Что? По отдельным цехам сейчас посмотрю, подожди. Ну, а вещи свои Дарья! Ко мне потом перевезешь. Дарья! Кто это? Это Алик. Чего ему надо? Меня ждет. Ну, позови его. Алик! Алик! Поздравляю. С чем? С первым рабочим днем. Спасибо. Пойдем? Пошли. Ну, как работа? Меня назначили бухгалтером-ревизором. Ого! Куда едем? В общежитие? Нет, я перебираюсь к Зинаиде Матвеевне. Поедем с нами? Ну, что вам еще рассказать про них? Знаете, они очень разные люди были. Дашенька дочь военного, офицера. В строгости воспитывалась. К дисциплине приучена. Ну, а Алик... Шалтай-болтай. Из сыночков. Когда первый раз приехали, он спросил, за сколько я Дашеньке угол сдаю. Да. Знаете, деловой такой. Ох, ну как? Ну как скажешь влюбленной девушке, что жених ее недостоин? Ну как? Алик. Что? Нет, ничего. Нет, ну подожди, что? Ты меня правда любишь? Ну, конечно. Уже поздно уходить. Ну, иди. Чего это ты разоделась-то? А мы с Аликом ездили на Медео. Что-то ты больно стала самостоятельной. Я ведь отвечаю за тебя перед твоими родителями. Слышишь? Ужин на столе, разогрей сама. Thank you.
я сегодня с главбухом поцапалась. А это еще зачем? Из-за тех лоскута, что ж веником без договора отправляем. Что читаем? Обращение ЦК. Угу. А зачем вырезать? А чтобы не потерять, а потом это для работы пригодится. Вот, между прочим, послушай, что тут говорят. Работникам сферы экономики, заметь, прямую относятся к нам слова, необходимо строже соблюдать, да. Можно подумать, что ЦК обращается прямо к вам. А к кому же? Ну, к кому же, по-твоему, обращается ЦК партии, как не к своим партийцам в первую очередь? Для кого же печатаются вот эти вот статьи и для чего их печатают? Дядя, простите. Да ладно. Ты сегодня совсем что-то. Что, действительно, что ли, с Аликом расписаться решили? Угу. Ой, девонька. Ой, девонька. Хорошо ли ты подумала? М? Хорошо. Да, Даш, я тебя очень прошу, пожалуйста, ты не влезай в ошибку в эти дела, вот с Нюкиным вот опять сегодня, с этим пахом. Я поправлюсь, даст Бог, и сама за них возьмусь опять, а то они быстро тебе шею свернут, поняла? Ох, по глазам вижу, что опять полезешь. Вот, товарищи, пожалуйста, посмотрите. Отсюда сырье поступает на склад. Пройдемте дальше. Осторожно, здесь ступенька. Ну, как дела? Успеваем? Успеваем. А? Последняя. Ты что, последняя машина? Да, и все. А где Павел? Все, Тимофей. Павел где? О, Михаил Степанович идет, очень кстати. Да ничего, он от него Михаил не добьется. Что? Михаил Степанович, подпишите да наряд. Некогда мне сейчас, некогда. Михаил, я уже не... Ну что ты, не видишь, что я занят? Все. Оставь меня в покое. Буду жаловаться деревне. Жалуйся. А почему извините, у вас пожалуйста тут такая теснота? Ну, теснота, видите ли, и это порядок. Явление временное. Отправим сейчас продукции, разберемся, и все будет хорошо. Дела что, рухи? Конечно. Смотри. Куда загружаешь? А где Калдияров? Вы не видели, где зав складом? Где Калдияров? Кто здесь шумит? Калдияров. В чем дело? В чем дело? Работать невозможно. Посмотрите, что вы устроили на складе. Как вы складируете импортную пряжу? Ведь это дорогостоящее сырье, мы за него валютой платим. А реквизиты? Разве здесь можно что-нибудь прочесть? Так... Что? Так я тоже постоянно им говорю. Да. Я говорю, коробки складывать по полкам. Я говорю, на пол не... Я сказал, на пол не бросать. А вы что тут расселись? Да, работнички, перерыва не было. Трубы все проржавели. Все протекают. Вот, посмотрите, кругом сырость. А ты что на меня уставился? Работай! Калдияров, что случилось? Да вот, Дарья Сабитовна возмущается. Реквизиты размыты. Ну что ж, правильно делает. Идите работайте. Идите. Дарья Сабитовна, вы, может быть, думаете, что мы этими вопросами не занимались? Да нет, я так не думаю. Занимались. И на планерках, и на месткоме. Зачем выносить ссор из избы? Для постороннего человека это может казаться и беспорядком. Но ведь это же производство. Жизнь. Есть жизнь. А жизнь... Понимаете, ее ведь не уложишь ни в какие рамки. В общем, этот вопрос решим сами в рабочем порядке. А мой вам совет, Дарья Савитовна, не забивайте себе этим голову. Но это моя работа. Нет, нет, Владислав Миронович, не надо. Не привозите. Я вам позже... Извините, Бахыт, да. Можно вас на минуточку? Всего доброго. Знакомьтесь, товарищи, это наш завскладом Калдияров. Добрый день. Добрый день. Идем за дальше, товарищи. Смотрю, будешь? Пожалуйста.
Кайрат, заходи. Здравия желаю. Знакомьтесь, Николай Викторович. Да, мы знакомы. Работали вместе. Еще бы. Ах, вот оно что, здорово. Здорово. Ну, как дела? Дела? Жаловаться пришел на тебя. Дела. Что ж получается? У вас дела, а у нас так, мелочевка. Вот как? Я там у себя, Николай Викторович, 2 месяца занимаюсь одним хозяйственным преступлением. И вдруг выясняю, что 2 моих уже сидят у товарища Неязова. Да. Клиентов отбивает. А кто они? Тодияров, Бахат, Тимофеев, Валерий. Есть такие? Есть. Слушай, а тебя Аралов Алик, Тасов Эдуард не интересуют? Да они мелко плавают. Свидетелями пройдут. А что у тебя за ними числится? 88-я. Ого. Серьезная публика. Слушай, а может, эти преступления связаны друг с другом? Возможно. Тогда ты не хочешь к этому делу примирить Никифорова, начальника цеха? Никифорова? Эти Колдияровы и Тимофеевы по сравнению с этим Никифоровым просто пешки. Все в ажуре, Владислав Миронович. Люди на упаковке получили фирменные пакеты. А, ладно. Как идет сбыт? Отлично. Посмотрите, отправляем партию вот таких кофт. Их сейчас как раз хорошо берут. А если какие вопросы, то, пожалуйста, мастер на месте. А этот закройщик во, глухонемой. Остальных я отпустил. Дело сделано. Новое оборудование освоили. Да, машинка то, что надо. Смотрите, берем клише, намазываем его краской, берем какой-то паршивый лоскут кожи, накладываем его на клише, подкладываем под пресс, закручиваем, вот так. Смотрите, и получается вот такая штуковина. Здорово? Вот так. Силен. Да, только вы... Осторожней, пожалуйста, краска же еще сырая. Ну что же вы? Ничего. Чем непонятнее, тем мои клиенты охотнее бросаются на эти вещи. А где штамп добыл? А, да это Алик. В лаборатории своего НИИ отлил. Левис обещал сделать. Молодец. Да. Ну, раз ты освоил эту хреновину, и теперь за эти паршивые, 3-копеечные, хлопчатобумажные портки... 150 ре дают. Фирма. Будешь иметь свой процент. Шеф. Что? Шеф. Что? Этот пришел. Кто? Кто? Ну, рожай! Мусорщик. Такого почтенного человека и так называешь. Мусорщик. Торсырье. Вот. Выгони оттуда всех. У меня деловой разговор будет. А ты, Валера, смотри, чтоб фирма была. Брак тут не пройдет. Салям алейкум, Сейдбек. Валейкум ассалам. Ну что? Заказчик имеет претензии к нашему товару? Качество, упаковка? Да нет. Я рад. Садись. Пожалуйста. Прошу. Не время. Ну,
перестанет. Ну, выпьем, Сайдбек. Нет, я поехал. Обмоем сделку. Устроил тут. Куда же ты, Сайдбек? Дарья Савитовна! Эту партию к отправке? Ничего не надо трогать, будет ревизия. Понял. Что ты там на даче форменное свинство развел. Смотри, не умеешь пить, петь будешь в казенном доме. И приготовься. Там придет тебе сейчас одна особа. Смотри, не болтай лишнего, понял? Кто это? Слушай, а может ее это, уволят? Учти, ее опекает Зинаида, зубы поломаешь. Так что ты с ней... Не очень. Понятно. Владислав Миронович, вы мне объясните, почему вам не искажены данные по сортности продукции? Вы указываете, что первым сортом выпущено 82%, а по нашим подсчетам всего 68%. Тут все как на ладони. Но отчетность не сходится. Простите, пожалуйста. Эти цифры, они в конце месяца все корректируются. Кем? Ну, кем? Кем? Замдиректора по сбыту, технологом. Вот АК, наконец. Да мало ли еще кем. Товарищ Никифор. Простите, вызывается. Владислав Миронович. Да, слушаю. На четвертом участке аварии, обрывы пошли. Сейчас иду. А почему, собственно, ко мне обратились? Потому что ко всем я уже обращалась. Осталось выяснить с вами, с начальником цеха. А начальник цеха занят. Видите, авария. Так что извините. Владислав Миронович. Владислав Миронович! А ведь вас здорово выручает именно мастерство этих женщин. Меня? Вас. Они? Да. Вы в этом уверены? Абсолютно. А ну, пойдемте со мной. Куда? Пойдемте, пойдемте. Сейчас как раз пересменка. И я покажу вам ваших ударниц с другой стороны. Посмотрим, кто на ком выезжает. Пойдемте. Вот, полюбуйтесь. О, а
вот еще одна ударница. Что ж, проходи, Грибанова. Проходи, не стесняйся. Вот, за пазухой хотела пронести. За пазухой. Вот, Дарья Савитовна, за пазухой это еще ладно. А то бывает так запрячет, что ни одним радаром не разыщешь. Стыдно сказать. А, две тряпки. По 30 ре. На 60 рублей. 76-я статья Уголовного кодекса Казахской ССР. Кажется, до 5 лет, Грибанова. Простите, Владислав Миронович. А, ну, с Торопкиным, допустим, все ясно. Он человек свободный, независимый. На свою жизнь, можно сказать, самолично наплевал. Но ты-то, Грибанова, у тебя же двое детей. Или вот Фатима, тоже двое детей, и не первый раз попадает. Пожалуйста, извините нас. Владислав Миронович, ну, честное слово, больше не будем. Отпустите нас. Ну, а то из-за одной тряпки. А ну, пожалуйста. Ну, а что я могу сделать? Ну, как что, отпусти, отпусти. Ну, Владислав Миронович, что вы-то скажите что-нибудь? Ну, что я могу сказать? Бесполезно. Отпусти, ну, пожалуйста, мы не будем больше. Ну, а куда я это все дену? Ну, как куда? Куда-нибудь-то денете. Ишь, затянули. Девичьи страдания. Ой, ну, миленький, ну, прошу, ну, что-нибудь сделайте, ну, пожалуйста. Дарья Сабитовна, у меня же дети. Нет, гражданочки. Нет, нет. Все вынесу не со стажем. Предупреждаюсь неоднократно, а выводов не делаете. Так что молчите. Дарья Сабитовна. Вызывайте милицию. Пусть приезжают, составляют акт и увозят их, куда положено. Ну, вызывайте, вызывайте. Надо быть последовательной, принципиальной. Ну, время идет, сейчас начинается вторая смена. Вызывайте милицию. Дарья Сабитовна, умоляю вас, не звоните. Не надо. Не звоните, просим вас. Дарья Сабитовна, как только не стыдно. Стыдно им? Как же? Они только милицию признают. А на стыд они чихали. Дарья Сабитовна, не делайте этого. Дети, честное слово, больше уходите. Никогда. Как вы можете так? Ой, спасибо. До свидания. До свидания. Что, не решились, Дарья Сабитовна, вызвать милицию? А? Что надо нам бороться с расхитителями социалистической собственности, это мы знаем. А вот попробуйте-ка конкретно, вот, Асхатову или Грибанову упечь в тюрьму. Что за порядок? Владислав Миронович, ведь разворуют весь комбинат. Это ведь из-за них приходится и нить сверх нормы натягивать, и сортность продукции нарушать, чтобы как-то покрыть их кражи. Иначе с этой публикой вмиг в тюрьму попадешь. Да, за последнее время это подпольная фирма Никифорова и Саид Бека. Самое крупное дело у нас в ЛДХСС. Послушай, а может быть их уже надо брать? Ишь ты какой прыткий. Это у тебя все просто. Всех на месте преступления с поличным поймал. А с моими позиции не один день. Садись, подброшу. Спасибо. Я в управление. Я тоже к вам. Товарищ начальник, с моими делами, кажется, все ясно, а вы все вызываете и вызываете. Вы мне понравились как интересный собеседник.
О чем вы говорили с Каратаевой накануне поджога вечером? Я ее не видел накануне вечера. Нет, Калдияров, плохой вы все-таки актер. Я могу провести очную ставку с людьми, которые вас видели вдвоем в подземном переходе. Пожалуйста. Пожалуйста, делайте очную ставку. Но учтите, Калдияров, если вы в процессе следствия чистосердечно признавались, раскаивались, помогали установлению истины, это одно. И совсем другое, если вы запирались, путали следствие, и вас приходилось уличать на основании свидетельских показаний. Надеюсь, вам ясно. Суд примет во внимание все обстоятельства дела. Подумайте. Но скажу вам, Калдияров, сразу. Не пытайтесь уходить от уже известных нам фактов. Нам известно, что вы состояли в преступном сговоре с начальником цеха Никифоровым. И на вашем складе создавались излишки сырья, которые потом использовались для незаконного производства дефицитной продукции. Кстати, Калдияров, а как вам удалось скрыть судимость за 72-й год? Записывайте. О, ребята! Видели? Тарзан! О, тоже мне герой. Ну, ладно, чего ты? Ну, погодите с бани, ребята, погодите. Паша, Паша, где ты там? Паша! Помылся с легким паром. О, вот. Как говорится, после баньки и выпить не грех. Вот именно. Давай, Булат, стакан, погоди, давай. Паша. Погоди с выпивкой. По какому такому поводу гулять собираемся? Наврал, Тимофеич. Два контейнера в Бескудук надо отвезти. Срочно. О, машина груженная стоит. Это твоя нагруженная? Да. Не выйдет. Смена давно закончилась, а порядок для всех один. Не выйдет. Да ладно. Я же вам в натуре, ребят. А потом каждому по червонцу. Наличными, а, мужики? Ну, бери. Тимофеич, стерись. Сядь, Паша, сядь. Не мельтеши. Из каких таких шишей, интересно? Ты, бах, собираешься каждому из нас по червонцу подкинуть. У тебя что, специальные фонды для этого имеются? Все же знают, что ты меньше любого из нас получаешь. Основную зарплату я имею в виду. Да. Это уж мое дело. Нет, парень, шалишь. Сейчас каждый из нас имеет право спросить тебя, откуда такой размах? Да ты что, Тимофеич, какую-то сознательность здесь разводишь. Ребят, машина стоит. Ну, народ там ждет. Ну, ребят, народ же ждет. Смотри, как он за производство болеет. Чего доброго, захворает еще. Ну вот что, бах, закрой свой сидор и сматывайся отсюда домой. Все, что нужно, мы отгрузили со второго склада. Держи. Мне в филиал отвезти, ты понимаешь или нет? Ты что, вы с ним спектакль играете? Нельзя с твоего склада ничего возить, понял? Все, приехали, ревизия и будет капитальная. Ты! Мне Дарья Сабитовна сказала. Конспираторы. Ну кто? Кто тебя за язык тянул с этой ревизией? Вы не скажете, как пройти к кинотеатру «Арманда»? Мы
Идите по этой улице, не сворачивайте, тут недалеко. Спасибо. Ой, мальчики, мальчики, ну как же это место? Чайня, тетенька! А куда мы подберем? Вот сюда. Вот. А вот еще. Вот сюда, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну вот а ты последний матч видел? Конечно, ты сам не видел. Нет, ну не стой, играй. Как ты? Один с мячом, давай, проходил. Нет, ты что, ты не видел? Давай, выиграй, господи. Здравствуйте. Здравствуйте, Клодиера. Меня ждете? Да. Ну что ж, гуляйте, веселитесь. А мне, по вашей милости, тюрьма светит. Нехорошо, нехорошо. Я вот удивляюсь людям. Так высоко парята. А под собой земли не видят. Перестаньте поясничать, Калдияров. Что вам от меня нужно? А вы что, не знаете? Оставьте меня. Мы ничего не знаем, конечно. Не видим, что к чему, ничего. Ну-ка, скажи мне, почему ты здесь оказалась? Ты же распределена в Кокчетав, да? А тебя оставили в Алмате. Должность приличную получила. За что? За твои красивые глазки? Нет, милая моя, как это делают? Мне известно. Меня комиссия перераспределила. Вам понятно? Да плевать на твою комиссию. А ты все время под меня подкапываешься. Да, мы не ангелы, мы не Зинаида тебя, а счастливец. А мы грешные. Но если ты меня отправишь тайгу косить, то запомни. Я тоже тебя заложить могу. Ты ведь закон нарушила. Стоит намекнуть начальству. И все на свет выйдет. Это ложь. Вам не поверят. Поверят, поверят. Подожди. Ну, подожди. Ну, ты сама настропалила этих бендюжиков, чтоб с моего склада ничего не вывозили. Ну, мне во вторую смену груз получать на станции, а ты все лезешь. Давай вот, ты в мои дела не лезь, а я в твои. Ну? Знаете, что я сделаю? Что? Я сейчас пойду, позвоню на станцию, и во мне выдадут груз. Не позвонишь. Я ведь тоже не дурак. В случае чего у меня работнички надежные. Хочешь взглянуть на них? Только они с тобой не будут говорить так ласково. Поняла? Не испугайте. В общем, подумай. Будешь мешать, уберем. Да, а в конце я ее припомнил. Но не знаю. Шашлык, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Михаил Степанович, я... Нет, не надо. Если бы за ее спиной не было Зинаиды... Что за дела, а? С такими людьми общий язык находили. С кем только отношения не налаживали. А тут с какой-то шмыкодевкой не можем договориться. И главное, бестолочь. Да. О! Ничего не понимаю. Ничего. Долдонит свое. Порядок, порядок, порядок. А вы это видели? Это тоже она организовала. Зачем сорвал? Неужели не понимаешь, что заметят? Дело в том, что сам директор ей доверяет. Попал пальцем в небо. Не в директоре дело. Слышали? Какая компания сверху разворачивается. Если б не эта атмосфера, я бы эту праведницу в гробу бы в белых тапочках видел. Ха! Уже закон о трудовых коллективах выпустили.
Все суют носы не в свое дело. Газетки надо читать, а не только вам водку глохтить, товарищ Никифоров. Ай, сколько мы этих компаний видели. Отшумит и это. И все пойдет своим чередом. Надо только переждать. Боюсь, что это не только компания. А теперь всегда так будет. Может, коньячку для поднятия тонуса? Не-не-не-не. Послушайте, что за человек этот Аралов Алекс, жених ее? Да что ты его знает? Да нет, я не в том смысле. Как он насчет ресторанов и вот этих вот шмоток? Да нормально. Ну, кое-что он мне должен. Сколько? 10 000, когда машину покупал. А, значит, должен, говоришь. Ну что ж, это любопытный момент. Так, сейчас его брать на этот крючок резонно. И в первую очередь надо попытаться через него с ней договориться. Вот правильно. Итак, в апреле прошлого года вы купили автомашину Ford. Занимали деньги? Да. Скажите, а сколько вы должны Колдьярову Бахыту? А какое это имеет значение? Сколько бы ни было, верну. И все-таки. Ну, 10 000. 10 000. Порядочно. Потом за эту сумму они хотели купить принципиальность вашей жены. Да что вы такое несете? Да-да, Аралов, к сожалению, это так. Впрямую вы, конечно, не причастны к преступлению. Вообще, это не по моей линии. Несколько частных вопросов. Скажите, Аралов, вы инженер электронного оборудования, научный сотрудник института, человек вполне материально обеспеченный. Вот как вы могли опуститься до пособничества спекулянтам, мошенникам, которые втридорога продавали людям тряпки? А пусть бы не брали. А то ведь с руками рвут. Да, интересная психология. Вы не хотите пересмотреть свои показания? Я все сказал. Все? Нет, Аралов, далеко не все. Вы боитесь сказать всю правду. Уж очень неприглядном свете вы выглядите. Но я расскажу все, как было. Ошибусь в деталях, поправьте. Тимофеев, Колдьяров и Тасов втроем подъехали к вам в институт. Спокойно вывели вас на улицу, потом посадили в машину и поставили вопрос ребром. Когда вернешь долг? А то, мол, Колдьярову грозят финансовые затруднения по вине вашей невесты. Это, конечно, был шантаж. Предложили выход. Долг будет считаться погашенным, если как-то повлияете на жену. Да. Да, Аралов. Она была вашей женой. И ждала ребенка. В машине вы еще кое-как держались, даже попытались артачиться. Но когда вывезли вас за город, вот там ты и сломался. Нет. Да, Аралов. Да. И согласился уговорить ее. Предал. Тебе нечего сказать, Аралов. Никогда бы ты ее не сломал. И минуты не стоило бы жить на свете, если бы такие, как ты, ломали таких, как Дарья. Нет. Все было не так. А как, Аралов? Вы меня не поймете. Но прошу вас. Поверьте. Куда это мы приехали? Полезай. У вас что, тут загородная вилла?
Любопытный какой, а? Нет, серьезно, что за руины? А тебе что, не нравится? Идем, идем. Разговор есть. Ну, правда, ребят. Рос и после, мой дорогой. Ты мне 10 кусков должен. Сегодня сможешь вернуть? Мы же договорились бахать. Попозже. Не можешь. Ну, тогда скажи своей, как ее? Чтобы она не вмешивалась, куда не надо. Но это ее личное дело. Ах, вот как. Больно. А может, договоримся? Ну? Передашь, что он в аварию попал. Она тут же прибежит. А потом мы ее при нем разорвем на куски. Стой, этих, стой! Хорошо, Бах. Я сам с ней поговорю. Скажешь ей, чтоб сегодня нам не мешало. Завтра будет ревизия. Подъезжай! Быстрей! Выходи. Алик. Что это? Что это? Кровь. Тебя били. Дарья, прошу тебя. Любимого. Умоляю, я умоляю, оставь ты их хотя бы на один день. Пусть они вывезут все, что им надо. Дарья, я прошу тебя, оставь ты их, ну хотя бы на сегодня. Так нужно, Дарья. Ну возьмись ты за них с завтрашнего дня. Завтра. Алик. Дарья. Алик. Алик! Завтра. Завтра будет поздно. Завтра это значит никогда. Дарья, обещай мне, что ты не будешь им мешать сегодня. Да? Все в порядке, Бах. Давай на станцию.
станцию! Там преступники! Что там надо случилось? Их задержать! Там Бах Калдияров! Где? Груз, а ну, ребята, спасать! Быстро! Побежали! Скорее, а то будет поздно! Подожди, я спрошу. Вы куда, товарищи? Сюда подожди, нельзя. Подожди, здесь есть вагон 51-78. Там же что пути. Да там же, там же кто-то. Побежи, бежим туда. Давай сюда, давай, сюда. Давай, сюда. Давай, сюда. Давай, сюда. Давай, сюда. Давай, сюда. Ну вот, подожди, стой. Ты куда бежишь? Она сказала, что надо сюда. Подожди, сюда. Да нет, она сюда сказала. Вот, нет, куда? Ну что вы, я не... Подожди, ну вперед! Стой, куда назад, ты? Туда! Куда? Стойте! Другого выхода нет. Скорее, скорее, ребята! А ты, блядь, вагон закрылся. Горится, скорее, посмотрите, где это Лия. Лия, смотрите, где, найдите ее. У нас! Еще взяли! Вызывай пожарников и скорее, смотри, в милицию. Получи! Отцепляйте быстрее вагон! Там же ценность нет! Глуши мотор. Я скоро. Жди. Поехали. Хана этому Никифорову. Давай на его дачу. All right.
Быстро за ним. Кто здесь? Кто здесь? Давай быстро. Бежим. Сволочи. Ох, сволочи. Зачем? Возьмете меня! Внимание всем постам ГАИ! Принять меры к задержанию бежевой «Волги» Пикап 42-32.
Стой. Лицом к стене. Проходи. Вперед. Дарья погибла из-за меня. Я знаю. Меру вашей вины определит суд. Но главное наказание – это высший суд вашей собственной совести. И как вы будете жить завтра, это уже будет зависеть от вас самого. Прошу встать. Сержант, выдайте ему вещи. Слушаюсь. До суда вы свободны, Оралов. Помните, что Дарья ценой собственной жизни остановила преступников. Идите, Оралов. Thank you.